украинском культуре все цветы, большие при том цветы, а в нашем молдавском все геометрические фигуры, такие нежные, что-то очень нежное. В общем, такая разница в искусстве, во вкусе и вообще. Мы разные народы, разные вкусы. Но и та, и другая очень красивые. И вообще я их люблю очень. А вы привезли какую работу? Я привезла костюмы молдавские, больше с севера Молдавы, Молдавии, Сьединцы. Но есть вот это вот, с юга, это называется фото. Это как Катринца, только она сзади и спереди. Вот такие, только шортики. Я здесь живу. Разные. У нас Молдова тоже разделена на три части культуры. Есть северная, южная. Я говорю, доброго дня. Я говорю, что я